В жилом комплексе «Первый Лермонтовский» продолжается строительство самого крупного детского сада в стране. Он рассчитан на 560 мест. Возведение дошкольного учреждения начали в феврале этого года. Глава округа Владимир Волков побывал на объекте и проверил ход работ. Тему продолжит наш корреспондент. Общая площадь строительства детского сада больше 8 тысяч квадратных метров. На объекте сейчас работают около 50 человек. В настоящее время на площадке завершили заливку бетонного основания. Рабочие приступили к возведению вертикальных конструкций. Пойдет непосредственный рост здания уже вверх. Это строится абсолютно современный детский сад с разведением ребятишек по группам, по тем эскизам проектным, которые имеются на сегодняшний день. Он, я имею в виду, этот детский сад выглядит очень модно, современно и отвечает всем вызовам сегодняшнего дня. Трехэтажный современный детский сад рассчитан на 23 группы. Предусмотрены кабинеты логопеда, психолога и медицинский блок. Для дополнительных занятий – музыкальные и физкультурные залы. Срок строительства и ввод этого детского сада – это 25-й год. Сад строится, все в графике, не отстает от всех тех утвержденных сроков, которые были установлены. Сегодня мы провели выездное совещание, заслушали застройщиков. Мы будем контролировать этот объект так же, как и все остальные социальные объекты, которые строятся на территории городского округа. На территории у детского сада планируется благоустройство. Проектом предусмотрены индивидуальные игровые площадки для каждой группы и одна общая спортивная зона. Завершение строительства намечено на следующий год. Анастасия Кладинова, Сергей Гвоздев, Александр Глазов, телеканал ЛРТ.